жить, молчать и грустить. И все веселье пропустить. Хотим играть, хотим скакать. Какое отношение к людям и службе расскажет Андрей Штукатуров. Они даже чем-то похожи. Потерпевший, житель Кемерово Максим Макалеев, и подсудимый, участковый уполномоченный капитан. Как девушка, я должна быть мягкой. Но на корте я могу проявить силу. Он применил насилие в отношении гражданина, в результате чего по делу были... ...и мягким боковым барьером. Быть мягкой и в то же время сильной. Вот что делает меня такой, какая я есть. На прием к участковому Андрею Концевскому вместе со своей знакомой, можно сказать, за помощью, чтобы пожаловаться на соседа женщины, любителя громкой музыки в ночное время. То есть он просто стал выгонять из кабинета, то есть не стал выполнять закон о полиции. Максим достал мобильный телефон и начал снимать. А вы человек 5 детей сможете организовать? Конечно. Общение между мужчинами на повышенных тонах. В какой-то момент, по словам потерпевшего, полицейский применил... Кстати, если захотите пить или есть, попросите уйти. Колено, то есть сломал колено в процессе броска. А дети останутся здесь, потому что теперь здесь будет детский сад, да? Какой детский? Требование на меня. Для гражданского человека это недопустимо. Так, сотрудник из... На моей голове глаз нету, как у любого человека, живущего на этой планете. Внутрисуставный перелом колена и многочисленные ушибы, по словам участкового, нежданный визитер получил случайно, споткнулся, упал на пол. Подсудимый, Концевский, встаньте. Суд вам предоставляет последнее слово. Желаете что-то сказать? Да, давайте, судья. Я в итоге. Я украл твою душу. Че, богатырь? Давай, иди свою силушку покажи. Ты метлу мою сломал? Не сильно. Сейчас починю. Последний богатырь. Шарик! Привет! Да, это мы пришли. Че, чего-нибудь вкусненькое тебе принесу?